Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 12 апреля, Всемирный день космонавтики, отмечаемый ЮНЕСКО. Сегодня прошло 60 лет со дня первого полета человека в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года. Ах, этот день, 12 апреля, как он пронесся по людским сердцам! Казалось, мир невольно стал добрее, своей победой потрясенный сам. Какой гремел он музыкой вселенской, тот праздник в пестром пламени знамен, когда безвестный сын земли Смоленской землей планетой был усыновлен. Эти стихи написал Александр Твардовский. Юрий Гагарин прожил всего 34 года, но он остался в нашей памяти навсегда. Как первый человек, который сумел вырваться за пределы обыденного, за пределы Земли и подняться туда, где царят вечный холод и мрак. Этот первый полет сделал Юрия Гагарина героем с большой буквы. Не только героем СССР, героем всего мира. На сегодняшний день Юрий Гагарин стал, наверное, одним из самых узнаваемых брендов планеты. И лучшей рекламы нашей общей прекрасной Родины, всех стран бывшего Советского Союза. Для всех граждан Советского Союза, для всех жителей планеты Земля это событие стало важнейшим, продемонстрировав всему миру научно-технический потенциал нашей страны. Я обыкновенный русский человек, каких у нас в Союзе очень много. Такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек. Интересно, что в Канаде очень многие помнят имя Юрия Гагарина, помнят о том, кто он такой. Вот меня зовут Юрий, и иногда, когда я представляюсь, как Юрий, канадцы рифмуют это, как это Юрий Гагарин. Для них это такое устойчивое словосочетание. Как можно объяснить вот этот вот феномен Гагарина, почему он стал таким известным? Ну, конечно, самое главное то, что он стал символом вот этого прорыва человечества в космос, какое-то новое неизвестное направление. Кроме того, он сам как человек, он такой вот имидж простого советского парня, улыбающегося, такого незаносчивого, не чванливого. Он очень симпатичен всем людям, то есть каждый человек может сопоставить себя с ним и сказать себе, да, вот я, если буду таким же, как Гагарин, я добьюсь в жизни успеха. Интересна его биография. Юрий Гагарин совершенно простой парень, родившийся в деревне в Смоленской области. Его детство пришлось на Великую Отечественную войну. Его старший брат и сестра были угнаны немцами в плен. Он по малолетству остался просто вот в той деревне, где он жил. Но, конечно, детство его нельзя назвать счастливым. И поступив в летное училище, он сразу показал себя настойчивым, таким упорным человеком. И поэтому был зачислен сформировавшийся тогда отряд космонавтов, где он тоже проявил себя достаточно хорошо. Он даже не столько вот своими какими-то физическими достижениями или там своими знаниями, а именно вот своей человечностью. Он сразу расположил к себе Королева, генерального конструктора, потому что он вот действительно производил имидж такого вот символа Советского Союза, символа русского советского человека. И именно, видимо, поэтому произошел выбор, когда выбирали, кто из космонавтов первым полетит в космос, выбор пал именно на него. Ну, надо сказать, что это был очень удачный выбор,
потому что после вот этого успешного полета, когда меньше чем за 2 часа он полностью облетел Землю и стал первым человеком, оторвавшимся от Земли, совершившим путешествие в открытом космосе, на него свалился еще более тяжелое испытание, чем вот этот полет, это испытание славы. Ему пришлось участвовать в огромном количестве мероприятий, приемов, читать лекции, выступать перед публикой. И, что интересно, он не загордился, он не стал таким. Вот эта слава, она как-то его немножко миновала, и характер она не испортила, не повлияла на его характер. Он продолжал оставаться таким же улыбчивым, таким же открытым, таким же простым русским парнем, каким он был еще до своего полета. И именно вот это вот его поведение, оно как раз наиболее, мне кажется, характерно для наших людей, выходцев, всех выходцев из всех стран бывшего Советского Союза. И, в принципе, вот такие люди, такие достижения, такие научные прорывы, они создают вот этот вот позитивный образ нашей страны. И именно вот благодаря вот этому багажу вот этих позитивных достижений канадцы достаточно тепло относятся к русскоязычным своим жителям и даже к России в массе своей. Я не говорю, конечно, про правительство. И нам, мне кажется, надо вот брать уроки от Юрия Гагарина и пытаться тоже, вот, как это сказать, показывать себя именно вот такими улыбчивыми, простыми, не злыми, не агрессивными, а именно вот людьми науки, людьми, которые двигают прогресс человечества, двигают науку, первыми зарегистрировали вакцину от ковида, первыми сделали прорыв в космос, первыми сделали много чего. И вот от этого зависит наш успех в Канаде, от того, как все мы будем позиционировать себя, нашу страну, нашу историю, нашу память, наше наследие. Газеты писали: честь и хвала русским. Они, подобно мореплавателям, открывателям новых земель 15 века, разбудили воображение. Хорошо, хорошо, Гагарин! Встречали его песни в Японии. Человечество будто сбросило с плеч груз обыденности, хоть на миг стряхнуло с себя бремя забот, страхов, волнений. Хорошо, хорошо, Гагарин! Он олицетворял собой страну Советов, и улыбка была его флагом. Посмотрите, пожалуйста, историческую запись интервью Юрия Гагарина, которая была восстановлена при помощи нейронных сетей. Это очень интересная технология, и вообще вот это вот обладание технологиями, использование технологий, это вот то, что показывает мощь страны и мощь народа, и вот именно это показал Гагарин. Он был первый, который продемонстрировал, что сила страны является это ее научный потенциал. Его полет как раз стал вот этим переломным моментом в истории человечества, когда человечество от силы, которая заключалась в силе оружия, перешло к силе научных исследований. Дорогие друзья, сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос. Мне хочется от всей души искренне приветствовать вас и поделиться с вами некоторыми мыслями по этому поводу. За прошедший год со дня полета советского космического корабля «Восток-1» на борту с советским человеком, мне, участнику этого полета и свидетелю восторженного отношения к этому великому событию наших советских людей, людей всего земного шара,
Просто и искренне хочется поблагодарить всех тех, кто принимал участие в создании мощной ракеты, которая вывела меня на орбиту, в создании замечательных систем и самого космического корабля «Восток-1», кто вложил свои души, сердца, умения, свой труд в это великое событие, в это великое дело, которое было совершено 12 апреля прошлого года. Слава вам, чудо-ученым, чудо-мастерам! Полет советского корабля «Восток-1» открыл не только новую веру в освоение космоса. Он явился вестником мира и доброжелательства народов нашей Родины, строящий коммунизм ко всем народам Земли. После успешных полетов в космос двух советских людей, моего полета и полета Германа Степановича Титова, который продолжался более 25 часов и облетел он более 17 раз вокруг земного шара, семья космонавтов пополнилась еще одним космонавтом, американским космонавтом Джоном Гленном, который совершил свой орбитальный полет вокруг земного шара, выполнив 3 витка и пробыв в космосе около 4,5 часов. Но мы знаем и верим, что семья космонавтов будет пополняться с каждым годом, и их все будет больше и больше. Советские люди – мирные люди и на Земле, и в космосе. Совсем недавно это с новой силой было подчеркнуто в послании Никиты Сергеевича Хрущева президенту США господину Кеннеди по вопросу изучения и использования космического пространства. Четкие и ясные эти предложения главы советского правительства нашли горячий отклик у всех народов, ведь их осуществление дало бы возможность отказаться от обременительной и бесполезной гонки вооружений, быстрее направить могучие объединенные усилия великих держав на новые научные открытия в космосе. И еще об одном хочется сказать, дорогие друзья, в этот знаменательный день о счастье жить и трудиться в моей отчизне, вместе с вами, моими соотечественниками, строить самое светлое, самое прекрасное общество на Земле, строить коммунизм. Слава нашей великой Родине! Слава родной Ленинской партии! Слава советскому народу, творцу всех наших побед! Поздравляю вас с праздником! Да здравствует мир! Днем космонавтики! Счастья вам, удачи и космических полетов!